сгруппировались, ребятки. Ребятки сгруппировались. Сгруппировались. Иди сюда, Паша, сюда иди. Лондон! Париж! Португалия! Квартиру под крышей. Вот такое вот окошечко. Алексей без штанов. Вот ребятушки то тут. Все здесь. Бонус ночи с Амигос. Это надо было там начинать снимать, чуть подальше, вот с девушками. В общем, не знаю, во всем ли Мадриде так? Но у нас тут или только в нашем районе, да, на каждом углу проститутки. Или это потому, что мы тут ходим? Как знать, как знать. Помойки прям по центру улицы стоят. Но помойки есть, уже хорошо, потому что в Португалии помоек не было нигде. Ну, очень атмосферно. Точнее, добрый день, так как время 12 дня по местному. Нашли магазин, купили еды для завтрака. Ну, вообще, честно говоря, как прилетели, думали, что гораздо все дороже, чем в Португалии. Ну, и, соответственно, дороже, чем в России. Ну, да, подороже, но не намного. Жить тоже можно. Жить можно, да. Ну, точно дороже, чем в полтора раза. А в целом, так, цены сопоставимы. А еще тут сейчас очень жарко, и даже ночью. И практически на каждом углу воняет мусором. Ну мы привыкли. Нам не привыкать. Да, вообще это. А в Макдаке абсолютно весь кофе по 1 евро. Вообще весь. И нет поставок по стакану. Дарите пакетик. Какой стакан? Thank you.
чего-то не понимаю, кто-то со мной не согласится. Думаю, Алексей поддержит мою точку зрения. Ну, как-то не вдохновляет Мадрид, честно говоря. Жарко, ничего такого, каких-то замечательностей, прям таких, которые захватывают дух и разум, мы пока как бы не наблюдаем. И, в принципе, по приложению TripAdvisor, где замечательно собраны в порядке возрастания значимости, убывания можно формировать. То есть, в принципе, ничего интересного, я лично себе не вижу. Мадриде. Это памятник чуваку, который боролся с мельницами. Дон Кихот и его верный сарантик Санчо Панса. Сарантик. Сарантник.
Поверните, да. Ошибки надо. Надо отщеки. Отщеки надо. Вот они. Все позитивно. Все летят из Мадрида. Мы прощаемся с Мадридом. Впереди у нас Будапешт. Мадрид нам запомнился исключительно ночной жизнью. Днем нам здесь особо как-то не приглянулось. Но ночью здесь здорово. Пашка не даст соврать. Как выяснилось, на рейсе Ryanair местами играешь сам. Визы. Самра по дентро, жия я мой.